Друзья, мы начали здесь Даманеду, вот это просили заканчивать. Здесь я вам на втором канале показал гараж, сделали все. Вот кухня. Все сделано. Месяц назад мы здесь красили, все я показал вам. Сейчас мы все поставили. Ну, такие дела. Сейчас работаем. Коридор, зал. Эту комнату я показал. Самая лучшая комната вот эта. Нравится мне. Очень хорошо. Сейчас линт все будем красить. Я на второй этаж уже красил. Все есть, готово. Душ. Все сделано. Вот плитки в прошлом году делали на полу. Откос не дал, делал я. Вот откоса покрасил. Придумал вот так. Откос сделал. Очень аккуратно, красиво. И дешевле обойдется вот белая плитка. Вот. Недорогие они. И смотрятся неплохо, красиво. Аккуратно, беленький. Так. Пойдем на второй этаж. Двери все установили. Нормально. Это маленькая комната. Все четко. Красиво, аккуратно. Блин, все сделано. Надо будет сейчас успеть три этаж красить линцы. Здесь тоже все сделано как положено. Вот это приклеили. Не успел клеить, но проклеить. Вот так. Здесь, блин, все тоже красить надо, другой цвет только. А здесь будет обои. Вот здесь будут дорогие обои. Одна стена.
Это второй этаж тоже получается. Здесь, о, автоматически свет включается. Эта комната. Покажу сейчас. Вот тоже большое окна. И, как говорится, тепло будет, как когда солнце. Тепло будет. Вот тоже, видите, надо. Посмотрим, за сколько дней мы успеем вот это все красить. Три этажа у нас. Входим. Заходим сюда. Приготовили. И вот эту лестницу тоже будем красить. Нормально, то есть. И мансард тоже сразу покажу потом. Вот большая комната здесь. Здесь тоже самое. Здесь тоже самое. Здесь мы ничего не сделаем, только вот просили вот здесь наложить плитку. Все. Заходим. Вот здесь лампочки уже поставили. Красивый получился. Здесь сейчас герметиком я все сделал. Герметик какой я специально брал. Герметик окрашивается, который. Вот такой, если кто хочет узнать, вот такой герметик надо купить, окрашиваемый. Там можно перепутать, там, здесь написано окрашиваемый герметик, акрил. Поэтому специально белый я взял, потому что вот одно и то же, ну, похоже на этот тюбик, ну, написано здесь. Внимательно вот сюда надо смотреть, написано здесь окрашиваемый герметик. А есть другие. Нам нужен вот окрашиваемый герметик, чтобы вот клеймс его здесь сейчас герметиком прошел, чтобы щелей не было. Напал между ламинатом, между клеймсом. Вот сейчас нету щелей. Я покажу следующую комнату. Щели много. Вот здесь уже один раз покрасил красным цветом. Вот так вот цветом краской. Динамически красный. Вот такой цвет. И один раз красил, усохло, через 20 часов может второй слой сделаю. Нормально. А стена, один месяц назад я покрасил. Получился вообще классно, шикарно. Ну, пойдем дальше. Так, пойдем дальше. Я сейчас покажу здесь ванну маленький. О, вентилятор работает. Все работает. Здесь я доложил плитки, все нормально. То есть здесь закончил. Здесь нет работы, нормально все. Так, сейчас покажу. Щели. Такие щели надо закрыть. Вот, если вот так покажу. Видно, щели очень много. Вот эти швы надо специально окрашиваемый герметиком надо заделывать. Очень удобно, быстро. Но все равно время уйдет на приклеение скотча. Так, а так можно быстрее сделать. И потом специально краска есть, но имею в виду по цвету. Двера молочный, типа молочный цвет. Вот такой цвет. Вот такой цвет. И такой же цвет будет в плинце. Все.
А остальные будут вот эта комната серой, два комнаты серые будет. Уже лестница мы снимали. Не могу сейчас подниматься туда. Отсюда я покажу мансарда. Вот это будет деревянный. Здесь деревянный. Деревянный не видно. Вот так вот. Это тоже белым покрасится. Ну, пошли дальше. Вот так пока у меня, дорогие мои. Все, показывал весь этаж. Поддерживаем друг друга. У меня канал Суперстрой, что-то подписчики не растет. Друзья пишут, все нормально. А смотрю, а число подписчиков не растет. Ну, не знаю, может от Ютуба. Пока, до встречи, дорогие мои. Пока. Всем удачи, спасибо за просмотр. Не забудем ставить лайки, поддерживать друг друга. Пока. До новых встреч.